Всем добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте, Оксана. А меня сегодня в гостях вот этими леденцами угостили. Угощайтесь. Ой, спасибо, Филя. Ты очень заботливый. Ну, вы такие не любите. Можете мою долю между собой поровну поделить. Что я говорил? Ой, вот спасибо. Вот видишь, все по-моему вышло. А что вышло? Да Хрюша сказал, что можно эти конфеты вам и не предлагать. Это почему же? Он знал, что вы их не любите, и предложил сразу убрать их. Ага. То есть спрятать, да? А потом в другой раз как-нибудь между собой и поделить. Ах, вот как. Ну, а что такого? Все равно так и получилось. Одна и та же ситуация. На первый взгляд ситуации похожи. Ну, вот. Но первый поступок говорит о Филиной щедрости и о желании принести радость другому. Да, я очень этого хотел. Ну, а во втором случае? Что не так? Вы же такие конфеты не едите. А если это уже не так? А ты меня уже обидишь. Ой, об этом я как-то не подумал. А вдруг я захочу угоститься, а потом передать твое угощение еще кому-то, чтобы порадовать кого-то? Эх, про порадовать я тоже как-то не подумал. Ну, конечно, не подумал. Просто мне делиться не хотелось. Вот и все. Просто ты пожадничал, Хрюша. Вот это правильно. А с жадностью в себе надо бороться. Да, вот тебе самому жадные нравятся? Нет, конечно. Жадных и не любят, и дружить с ними никто не хочет. Да, я так не хочу. Простите меня, пожалуйста, но я постараюсь, я буду бороться. Вот и замечательно, Хрюша. А Филины конфеты мы положим на тарелочку. Ой, и пусть все угощаются.